Еще один снаряд найден в Североказахстанской области. Артиллерийский фугас обнаружил жители сельского района, когда разбирал металлолом во дворе своего дома. О своей находке мужчина сразу же сообщил в полицию. В село Чириковку прибыли кинологи и саперы. Снаряд поместили в контейнер и направили на исследование, а затем уничтожили на учебном полигоне. Предположительно, оружие относится к гражданской войне.